Что насчет UFC в России? Стоит ждать его в этом году? Я не думаю. Может, UFC и приедут в Россию в конце этого года, но... Я думаю, для Pay-Per-View Россия не особо подходит. Для шоу Pay-Per-View нужен Madison Square Garden или T-Mobile Arena. Может, в России и устроят шоу UFC Fight Night. Но почему я должен драться в UFC Fight Night? Я должен драться на шоу Pay-Per-View. После этого боя, когда ты сможешь снова драться? Август. Думаю, это будет август. Думаешь, Конор будет ждать до августа? Он ведь дрался в ноябре. Ему придется ждать. Почему нет? Всем приходится его ждать, так почему бы ему не подождать пару месяцев? Потому что в июле будет месяц Рамадан. Понимаете, в июле Рамадан. Может, я буду драться до Рамадана? Потому что Рамадан начинается 28 мая и заканчивается 28 июня. Я не могу так драться. После Рамадана мне нужно 2 месяца подготовки. И в первую очередь я должен прикончить этого парня. И потом посмотрим, как все пойдет. Но 100% я не буду драться в Рамадан. Как думаешь, после этого поединка, если ты победишь, будет большая поддержка в публике в пользу твоего боя с Конором? Как думаешь, он примет этот бой? Потому что речь о парне, у которого в прошлом были гораздо более громкие бои. Считаешь, что он согласится на такой поединок? Я не знаю, возможно. Я не особо знаю этого парня. Все может быть. Но... Я временный чемпион в легком весе. И что ему делать, драться в полусреднем? Не думаю, что это для него хорошая идея. Или идти в бокс и принять боксерский бой с Мейвезером. Я думаю, это лишь болтовня. И игры. Я думаю, он должен драться со мной. Что ему остается? Думаю, он должен драться со мной. По-твоему, предложение данное Конору и Флойду по 25 миллионов не делает предложение реальным? Думаешь, это лишь трёп? Думаю, это игры. Я думаю, это игры. Конор и Мейвезер лишь раскручивают свои имена. Это игры с фанатами, игры с масс-медиа. Я не думаю, что это реальный разговор. Уверен, что это number one трешток. Перевел, озвучил канал Old School Combat. Жми лайк, подписывайся на канал, оставайся с нами. Все самое интересное еще впереди.